Сегодня же в Чувашии был введен режим повышенной готовности. Главная причина – осложнившаяся ситуация с обеспечением кислородом ковид-пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких. На экстренном заседании комиссии ПЧС Олег Николаев отметил, что к решению вопроса подключены все соответствующие ведомства, ведущие промышленные предприятия республики. Направлены также запросы в другие субъекты России. Отмечу, что ежедневная потребность ковидных госпиталей Чувашии в жидком медицинском кислороде выросла с 20 до 45 тонн. И, скорее всего, это непредельные показатели. Статистика заболевших растет по всей стране, а баланс производства кислорода остался прежним. Сейчас на аппаратах ИВЛ в республике находится 109 человек.